Внимание на дороге, дети! Сотрудники ГИБДД вместе со школьниками вышли на самые опасные участки Новосибирска и провели масштабную акцию по безопасности на пешеходных переходах. Как дети справились с ролью дорожных полицейских, расскажет Анастасия Бойко. Пожалуйста, чтобы вы переходили только на зеленый сигнал светофора, соблюдали правила дорожного движения. Спасибо. Хорошо, спасибо вам. Месячник безопасности проходит уже не в первый и далеко не в последний раз. Однако статистика ДТП на пешеходных переходах неутешительна. По итогам года было зарегистрировано 261 дорожно-транспортное происшествие, в которых 11 человек погибло и 260 человек получили травмы различной степени тяжести. Причем в 242 случаях эти дорожно-транспортные происшествия были по вине водителей. Инспекторы ГИБДД каждый раз ищут новые способы влияния на водителей и пешеходов. Сегодня к работе привлекли и детей. К ним взрослые прислушиваются. Очень порадовало, что молодежь наша учится и соблюдает правила дорожного движения, пытается научить взрослых при этом. Опознавательная одежда, воздушные шарики и яркие профилактические буклеты – это все, что сегодня потребовалось для работы маленьким полицейским. За 20 минут дети провели 20 лекций. Однако этого недостаточно. Чем больше человек примут участие в такой акции, тем больше вероятность, что люди прислушаются и правила перехода улицы нарушать не будут. Поэтому даже мне доверили ответственную роль. Я буду помогать привлекать общественное внимание. Акция прошла сразу в 4 районах Новосибирска. Некоторые пешеходы, завидев школьников в яркой экипировке, сами подходили и просили поучаствовать. Заинтересовались, когда вас здесь увидели. Поэтому очень интересно, ребенку зебра понравилась. А маленьким дорожным полицейским понравилась их новая роль – напоминать взрослым о знакомых правилах. Я всегда любил правила дорожного движения, мне было всегда интересно узнать все правила. Я очень хочу стать гаишником. Я хочу, чтобы все люди соблюдали правила дорожного движения, ведь это же очень важно. Злостных нарушителей дорожных правил дети сегодня не увидели. Более того, результат акции превзошел ожидания даже опытных инспекторов. Все прохожие переходили дорогу правильно, оглядываясь по сторонам и убедившись в собственной безопасности. Поэтому и получили от школьников подарки – билеты в театр. Анастасия Бойко, Артем Валевич, Новости УТС.